Это был русский митинг. Это украинцы пришли к нам. Они вот так вот вокруг, и там было невозможно снять мой танец так, чтобы их не задеть, потому что они там вот так вот стояли. Вот. Поэтому это даже, это был, прикинь, это было случайно даже. Я хотела станцевать «Калинку-малинку», но не на фоне них.